Здравствуйте. Девочки, добрый день. Сегодня мы опять у Леночки в гостях. У нее пришли сумки новые, да? И покажем вам именно их. Ну и немножко из что-то из Медведкова получится показать. Те, что показывали в прошлом видео, что Марина показывали, рюкзаки, это вы можете пройти на предыдущее видео посмотреть. Все, делай паузу. День добрый. Лариса, обратила внимание, вот как раз это у нас, да, можно назвать это остатками, это очень актуально, сумки, сумка на пояс, ее поясная. Можно носить и таким, и таким образом, ну, то есть, если вдруг кому-то это, для кого-то актуально, цена волшебная, 1200, эко-кожа, сумка, великолепно носится. Вот, хотела вам показать очень интересные новые модели. Осень всегда, в зависимости от того, чем мы занимаемся, например, А4. А4 это очень актуально. Вот такая модель пришла у нас. Угу. Пощупаем. Мягкая. Вот так, да, два отдела она. Тут вот что-то какое-то лагать. Что такое? А, это Боливия. Боливия. Да. Вот, тут, видите, ага. Комфортно. Вот. Внутри все это эко-кожа. Да, эко-кожа, отделка. Серебро добавляется в этом сезоне, потому что хочется радости. Определенная спиночка, кармашек. Можно носить и вот так. Это будет очень плавно. В цвете эта модель есть. Синего нет уже, не могу предложить. А такой вот. Это горький шоколад. Да. Угу. Ну, для черный. Деловых, так да. скажем, да? Угу. Черный. Песня, черный всегда. Угу. Серый хороший. Серый хороший графит. Серый хороший. Да, вот так вот он. Угу. Вот, то есть мы можем носить и так, и так. Это такая, такая очень интересная модель. Немножко поменьше. Вот так. Очень хорошие линии. Угу. Главная такая, длинный ремешочек, так, как всегда у нас есть, и длинный ремешок, это у нас шоколад будет. Ну такая, ага, достойная сумка. Да, и она же у нас есть. Синий просто хотела показать, синий как металлик, да? Или как лазерная что-то, какая-то обработка? Ну, такая, ну да. Блеск определенный, тут можно сказать по обработке, но тут носиться будет очень хорошо. Легкая. Она легкая, но прямо очень хороший вариант. Ну, сейчас покажу его в зеркальце немножко. Вот такая вот сумка. Ну, классическая сумочка, да, Витлен? Да. Очень даже. Да, и в то же время она не скучная такая, она интересная. Угу. Вот. Блеска достаточно, он такой достаточно угу. элегантный, да, не, да, не да. вычурный. Вот. Тебе с платьем идет. Тебе с платьем идет. Ага. Ну, А4 сюда мы тоже попадаем. Ну, вот эта модель, заодно она попала, вот как бы уже А4, это такой папочный вариант. Вот такие модели в Севилье тоже. Классический саквояж, да. Да. Вот он такой прямо достаточно плотный. Ну, когда мы открываем, все будет так комфортно очень. Угу. Вот. И вот это состояние комфорта кармашек. Здесь у нас спиночка, кармашек. И эта же модель есть в шоколаде. Ну такой горький шоколад. Прямо горький шоколад. Есть модели, которые повторили. Почему? Потому что они понравились. Мне вот эта всегда сумка нравилась. Да. Вот да. Сегодня девочки подбирали, она говорит, ну вот вроде хочется вот такой вот не совсем простой вариант. Угу. Вот. И пожалуйста, здесь сумочка с изюминкой. Да, такая, вот. Да, как девочка, девочка. Девочка, девочка. Ну и цвета. Угу. Всегда мне эта сумка нравилась, такая вот она. Повтор сумки тоже очень хорошо. Вот, пожалуйста, это у нас эко-кожа. Ручка идет натуральная кожа. Вот, и когда мы добавляем и длинный ремешочек, видите, ручечка уходит. Угу. Вот так вот. И, то есть это будет очень удобно, когда ну, добавим длинный ремешок. Угу. Там такая А4. Кожа хорошая. Вот, потому что... Кто занятия, кто просто любит такой вот объем сумки. Студентам. Да.
Очень да. Даже будет неплохо. Это конкретно занятие, пожалуйста. Такой. Это не мужская больше сумка? Нет? Девочка? Она серый, бордо, сейчас покажу бордо цвет. Угу. Хорошо, я тоже беру. Ну вот бордо как-то лучше, мне кажется, как-то да. По девочкам смотрится бордо. Ну, вот просто как бы форма портфельчика. Да, форма портфеля. Вот даже если школьникам в последний класс, то в 10-11, да, вот самое есть такое. По стилю мы хотим, чтобы вот именно спокойный, такой выдержанный дизайн, то есть это как бы, ну да, это портфельчиком оно и задумывалось. Но она, конечно, больше рассчитана носить нам на плечо. Угу. Ну я высоту, конечно, зарегулирую. Вот. Да, ничего страшного, ничего и не будет. Вот такой вариант. Тоже славная, тоже вот А4. Вот. Кажется, что она жесткая. Потрогай. Нет, она мягкая. Она держит, она такая мягкая, очень, очень комфортная. Если есть необходимость, пожалуйста, распределить всякие. Тетрадки, да. Бумажки. Любим порядок, пожалуйста. Вот отделение. Вот хорошее отделение. О, ну вообще хорошее. Да, модель очень хорошая. Ну, и там кажется, она будет... небольшая, но она вместительная очень. Да. Ну, такие штучечки, они не портят. Вот такая она тоже славная. Ну, и тоже. И длинный грешок. Повторили в этом сезоне, потому что это оказалась очень удобная модель. Сумка-рюкзак. Я покажу все-таки. Мы все, может быть, видели прошлое видео, не видели, смотрели. Так, допустим, рука. Не помню, смотрели ли ее? Да, мы ее, вот. Мы ее показывали. Да, да, мы ее показывали, все равно покажу. Потому что вот она такая... При хороших линиях, хорошее очень наполнение. И функциональность просто необыкновенная. Все-таки и рюкзак у нас будет, и... И сумка. Вот так вот сумка. И в этот раз пришли только черные, бронза, вот другого цвета уже у нас нет и не будет уже. Это вот, вдруг кто-то там не успел приобрести вот, из этих моделей. Вот такая модель. Необычная она такая. Прямо здесь отделка лак идет. Да. Лак, цепи. Цепи кованы. И вот это вот рогожка, Лен? Нет, вот это вот край. Нет, это просто, ну, да? Ну да, на коже идет вот такая вот. Она, вот эти с переливами. Славная модель. Серая была, синяя. Вот. Ну, повторы будут. Ну так вот она. Прям очень неплохая. Вот. Девушки у нас после прошлого видео просили, чтобы я показала объемные сумки. Прямо ну давай объемные. Покажем. Нужно обратить внимание вот на эту модель. Это вот рогожка, как мы ее любим. Это она достаточно объемная, но если есть необходимость, потому что уже нет такой потребности. То есть она так вот. Мы ее показывали. Дорожная? Ну там она, я показываю. Она как бы город и как ручная кладь. И просто если есть необходимость, много с собой. Куда-то да. Чего-то взять, да. Да, да. И длинный ремешок она. Вот, она достаточно вместительная. Она легкая. Она такая, линия очень хорошая. Не договорила. Если раньше приобретали всякие саквояжи, ну когда дорожные. Сейчас очень удобно иметь такую сумку вместительную. Объемную такую сумку, чтобы она была у нас как бы городской вариант, и все-таки красиво вы поехали, полетели или просто в движении где-то. Даже для фитнеса берут такие модели. Конкретно отдельные вот именно фитнес-сумки, ну, меньше, там, как я спрашиваю. Вот, если объемные сумки. Сейчас еще покажу. Одна из самых популярных моделей, если мы рассматриваем объем, это все-таки эти. Так. Это у нас...
под джинсу. Мы как-то смотрели ее, эту модель. Как-то смотрели, да, под джинсу. Да, или это джинса? Нет, ну, под джинсу, это рогожка. Это кожа, визуально она воспринимает, как будто это у нас ну, джинса, да. Она же, эта модель, в черном цвете есть. Вот. Сейчас это фабрика вот. Начнет отшивать другие. Ага, я вижу вон ту. Мы ее закажем обязательно. Потому что... Сейчас она к нам прилетит. Не хочется, чтобы большая сумка была как... хозяйственная какая-то. Понимаете, все хотим вот именно, чтобы это было стильно, удобно. Да, хорошая сумка. Да, для дороги вообще. Да. Вот, например, если светлую, мне брали ее и в дорогу, и как на пляж. Как на пляж, да. Вот тут, то есть уже вот такие там, функциональные вот часы. Угу. Девушка Светлана попросила, говорит, обратите внимание, ну, именно на вот этот, сумки. На объемную сумку. Да, она прямо хорошая. Она внутри очень хорошо выполнена. Она удобная и она легкая. Вон. Да. Пожалуйста. И серия да. становится настолько большая, как мы ее наполнять будем. Вообще. Ну, наполнить прямо хорошо. Она хорошо очень будет переносить и зиму, и лето. И лето. Ведут себя. Поведение у них хорошее. Поведение у них хорошее. Да. Ну вот такая модель, тоже очень актуальна, сумка, рюкзак. О, это вот как, это вот все вытянуто, выполнено вот в этом вот с этими материалами. Вот, да, 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 Боливия. Настроение блеска. Это замша натуральная. Да? Да, это замша натуральная. Посмотрите, какая, как баклажан? Да, да, вот не знаю. Винный, наверное. Винный больше. Мне кажется, ближе к винному. Ближе к винному, вот такой рюкзачок. Да, это сумка-рюкзак. Угу. Сумка-рюкзак, пожалуйста, так, да. Можно и вот так будет. Хорошо. Слушай, ну здорово. Угу. Такие же есть вот черные. Ой, тут их сколько. Ага. Ну, горький ты, шоколад. Ты ряд. Ага. Тот же угу. Графит да, и черный. Да. Даже те, кто как бы опасается, очень даже. Как поведет себя замша носки, бояться не надо, потому что что сделать? Нужно сделать. Как обычно с обувью. Защитную защиту, да, для обуви, для замши. Обработать хорошо, оставить, чтобы высохло достаточно. И, пожалуйста, все будет прекрасно. Ну, вообще, прелесть. Лена, да. Открой ее внутри. Да, я вот и хотела, потому что вроде и рюкзачок, но вот вроде это сумочка-рюкзак. Вот так. Вот, она, ведерышко. Да, она вот такая вот здесь ага. прилегающая перегородочка немножко. Здесь кармашек, вот кармашек, угу. здесь все кармашки. И спиночка у нас. Вот кому интересно, да. вот такие сумки. Ну, вот сумку рюкзак вообще полюбили, конечно. Полюбили, да. Сейчас да, многие носят. Очень удобно. Она вроде небольшая, аккуратная. Линия да, и вот мне нравится то, что замша. Замшу. Давно таких не было, по да? По цене. Да, это вообще новая модель. Это вообще новая модель. Да. Сделаем ее 2950. Угу. То есть для натуральной замши, это все, сами понимаете, что это все хорошо. Угу. Очень хорошо. Обработать все да. очень и вот хорошо. Она, вот я ее освободила, выкинула пузыречек, видите? То есть она не такой жесткий каркас, что невозможно, неудобно. Ага. Вот. Вообще классно. Вот цвета разные. Вот такая у нас модель пришла. Тоже не весь цветовой ряд. Ряд был достаточно большой. Угу. Сама по себе. Мне очень понравилась эта модель. Опять же, мягкая. Да. Вот вообще. Это она сейчас набитая такая. Да. Вот, пузатая. Она напомню. Кармашек у нас здесь. Спиночка. Кармашек. И здесь можно эту сумочку также носить как рюкзак. Слушай, вообще. Потому что вот состояние комфорта, чтобы мы выглядели и стильно, и нам это было удобно. Угу. Слушай, ну правда. Да, ну и длинненько делается. Цветовой ряд они я покажу. Потому что они вот так вот. Вернулись. Ага, хорошо. Баклажан. Да, он такой, ну, наверное, все-таки темный, яркий, как это фукси. Да, наверное. Прямо она такая. Угу. Вот. Давай это, слушай и потом. Да, нет, лучше модель такая. Да, вот это тоже. Тоже очень хорошо. Вот понимаете, утромарь. Все цвета, вот, допустим, у меня классическое, обыкновенное синее платье, да? Понимаете, любую
цвет я к себе примеряю, и вы видите, как-то все вместе гармонично будет. А, и здесь уже идет серая. Снова под лицо все к лицу. Все под лицо. Да. Ну и такая вот. Пудра. Это цвет просто. Каждый по-своему хороший. И снова в тему. Угу. Угу. Ну, все. Продолжаем. Ага, Лен, давай. Это у нас сумки А4. Это Оливия у нас Пенза. Сочетание цветов разное есть. Я покажу такие классические цвета. То есть даже не потому, что мы документы носим, просто если необходимость, объемную сумку такую. Угу. Удобно все, очень удобно. Она комфортная очень модель. Фабрика предлагает дополнительный карман. Мы их как-то показывали, я просто повторила. Вот очень удобно, видите, допустим, тетрадь или все комфортно располагается. Здесь будет и длинный ремешок. Вот там. Ну, это совсем классика. Также оливье кармашки. Угу. Тоже шоколадного цвета. Вот, да. Ну, черный был, синий был. Ну, также вот предлагаются вот эти комфортные карманы. Множество. Вот. Оливия говорит, что москвичи любят эту модель. Вот она комбинирована, видимо, чтобы на все случаи жизни. Да, также карман. Ну, так, обзор. Ага. На них глянем. Сейчас пока такая синяя осталась. Вот. Да. С таким есть прямо ремнем. Вот волшебные модели, которые, ну, хорошо. Угу. Удобно. Легко. Все сложили. Полетели. Угу. С 1 сентября. Если мы покупаем, меня в отделе сумку, mm-hmm. вот, по полной цене, в подарок такие кошельки, сами заказала, для радости, для настроения. Это у нас эко-кожа, пальчиком потрогай, mm-hmm. она очень комфортная. Мягкая. Модель, да, вот, цвета именно летне-осенняя такая. Ты знаешь, да, чтобы осень время. Не была скучной, вот так вот. Да. Для того, чтобы можно было, это будет у нас подарком, это будет бонус от меня, угу. чтобы даже если классическая сумка у нас будет, и вы... Ну вот с этой сумкой даже неплохо, посмотрите, синь. Да, понимаешь, эти бабочки, они прямо на такое разноцветие идет, вот, понимаете, если вам вот так вот. Просто классическая синяя сумочка, вы достаете кошелечек, сразу настроение поднимается. Да. Будет вам радость. Да, вам будет радость. Подарки от меня. Вот. С 1 сентября мы запускаем такую волшебную акцию. Сумки медведка в Москве. И очень много девушек, женщин приезжают именно за Медведково. Цена на всю серию Медведкова будет просто волшебная. Самая высокая цена для сентября будет 2200, то есть которая стоила там около 3, а так ценник будет 1500, 1800, даже некоторые сумки делаем за 1200, чтобы можно было себя порадовать, и самое главное, чтобы это было состояние комфорта, вы поменяли сумку, вы ее носите, они очень по стилю спокойные, медведка сумки, но их любят, почему? Потому что они не надоедают, если, допустим, женщина специально приезжала, она говорит, мы вот море сумок с ней пересмотрели, но она любит именно эту модель. Только ну, черный цвет, конечно, три uh-huh. отдела. Вот, ничего, говорит, мне другое не надо, сила привычки. И, пожалуйста, такая модель будет стоить 1000. Вариантов мы не будем здесь показывать все подряд. Но главное, чтобы вы пришли, мне объяснили, что вы хотите. Вот, ценник вот такой волшебный. 1500. 400, они там 200 были по-разному. Вот. Поэтому редко мы с вами покопаться можем и подобрать. Есть, кстати, у тебя редко тоже объемные модели. Вот. Это не редко также сшивает. Тут, например, они разные. Угу. Видите, она вместительная также. Вот так она пойдет, сочетание разное. И вот такая у нас будет. И цвета разные в этой модели. Видите? Да, мягкая. Да. Ну, у меня использует винил кожу. Угу. Вот.
И хорошо. Высота ручки. Вот. Перегородочка, кармашки. Вот. Мы же не зря продолжаем с медведково работать. Потому что просто стало очень неплохо. Ну, мужскую линию я не буду сильно вам рассказывать. Ну, она есть. Вон ее много. Мы в прошлом видео показывали, да, Лена? То есть оно добавилось, прибавилось. Могу предложить именно приезжать для чего? Для того, что если вы просто хотите для себя вот, получить удовольствие, купить какую-то сумку, мы можем с вами подобрать на те деньги, которые вы хотели бы. Ну, все мы планируем финансы. Потому что если вот остается одна сумочка в одном экземпляре, красная сумка, ему тоже очень нравится. Она эко кожа, ручка натуральная кожа, но она осталась у нас в одном экземпляре. Мы ее можем вам отдать за 2000. Да. То есть это волшебные деньги, вы сами это все понимаете. Поэтому если вот именно мы с вами поработаем, мы подберем ту модель, которую вы хотите, то есть скидка вот такая будет предложена. Ну, я не буду там все подряд показывать. Ну, вот тоже хорошо. Это все по одной осталось, все, да, Лен? Да, она остатка одна. Также и как кожа, ручка, регулируется высота. Вот. Прямо вот, по любимой Севилье. Да, одна да. Осталась, 2000, пожалуйста. 2000, пожалуйста. Купите, носите с удовольствием. Нет, потому что она плохая, она осталась. Просто видите, как бы все мы разные, каждой девочке нужна своя модель. Поэтому мы будем... Все время обновляется ассортимент, обновляется. Ну вот осталась одна, ничего страшного. Такая, другая такая осталась. Но зато мы такие люди. Можно такие волшебные деньги. Вот. Чемоданов пополнение будет. Вот сейчас мы со школой маленько разберемся. Вот там вот они и есть, и разные варианты чемоданов. Чемоданы у нас только полар будут. Если, Лариса, покажи, пожалуйста, на так, на случай, если все-таки, приходите, не нести, а катить, это у нас Омск, Ринокс, разные варианты, вот, ручка выдвигается, 2900. Цены волшебные, 2500, 2700, 2900. Разные. Вот, вот. До 2000 это недорого. Он сколько, Лена? 5900. Да, на чемодан 10% скидки. Вот так и остался 5000. Хороший чемоданчик. Чемодан, все хорошо. Вот эта стежка. Там как показывали. А мы показывали уже. Да, тоже сумка, и в то же время и катим. Для меня очень важно, что вы покупаете у меня вот что-то. Или кошелек, или чемодан, чтобы вам было удобно очень. Купили. Потому что таких рассказов, когда мне говорят, вы знаете, какая у меня дома красивая сумка. Я увидела ее, полюбила, я ее купила, она стоит у меня дома. А хожу я, которая мне удобно и комфортно. Да. Вот. Так что сейчас будем подбирать, чтобы вам было удобно и комфортно. Рюкзаки, один секундомерчик. Не знаю, бурки у нас есть такой или нет, кто занимается. Конечно, есть такие. Это вот, мой любимый полар. Вот, спортивная серия. Вот, разные. Это также приезжать смотреть надо. И чехол есть. И великолепные модели. Это спорт, город и разные варианты. Это только и для девочек, и для мальчиков есть. Ну, для детей, конечно, тоже. Ну, я прощаюсь с вами. Жду вас. Телефон 28 29 685. Звоните, пишите. Ну все. Да.